Что больше всего тебе нравится? Ходить на фотосессии. Ты хочешь быть фотомоделью? А какое слово преподаватели произносят чаще всего? Чаще всего что они говорят вам? Хорошо держать ноты, танцевать хорошо, держать ровно спину. А нужно ли ходить в киндер-микшоу? Да. Почему? Вот как бы ты объяснила, зачем нужно туда ходить? Потому что там танцевать хорошо. То есть, когда я вырасту, могу танцевать. Или когда я вырасту, я буду петь, певицей. Машуля, расскажи, пожалуйста, как ты думаешь, за что артистам нужно дарить цветы? За, ну, они выступают, и за это им благодарность очень большая. А откуда берутся артисты? Или как стать артистом? Надо сначала подготовиться к этому, а потом уже выступать. А что такое концерт? Концерт — это когда много людей выступают. А ты выступала на концертах? Да. А что ты делала? Я пела, танцевала, улыбалась. А кто самый смешной в твоей группе? Дарина. А почему? Ну, потому что она очень веселая и у нее очень много друзей. Возможно, ты хочешь попросить у кого-то прощения из коллектива? Но я не знаю даже. Нет. Ты никого не обижала? Нет. Ты со всеми дружишь? Да. А кто твой самый лучший друг? У меня почти все лучшие друзья в Кандермиксе из моего коллектива. Дариша, расскажи, пожалуйста, вот если бы тебе пришлось стать преподавателем в Киндермикс-шоу, то какой предмет ты бы выбрала? Я бы выбрала танцы. Тебе нравится танцевать? Да. А кто у вас преподает танцы? Маша. А вот когда вы не слушаетесь, она вас ругает? Да. А что она вам говорит? Она говорит, не делайте так, иначе я укушу. Соня, расскажи, пожалуйста, кто самый смешной в твоей группе? Дарина. А почему? Потому что она веселая и красивая. А что вы делаете на занятиях, расскажи? Танцуем и поем. А что за праздник у вас будет 4 марта? День рождения Киндермикса. А ты к нему как-то готовишься? Какой-то номер готовишь? Танец? Песню? Готовишь какое-то выступление? Что вообще такое концерт? Это когда поют и танцуют. А откуда берутся артисты? Из обычных мальчиков, девочки. А нужно ли ходить в киндермикс-шоу, как ты думаешь? Нужно. А почему нужно? Чтобы хорошо петь, чтобы хорошо танцевать.